Всем привет, с вами Андрей Санар. На моем фоне надувается наш замечательный самоходный рафт «Дракон» от Time Trial. И буквально через несколько минут я отправляюсь на Петровский грибной марафон, который является одним из самых крупнейших водных мероприятий в Санкт-Петербурге. Постойте-ка. Марафон-то грибной, а дракон-то моторный. А дело в том, что мой дракончик будет судном поддержки и сопровождения. А вот и моя палочка-выручалочка, умничка. Вот все отказались ехать со мной на драконе. Говорят, погода плохая, там ветер, дождь. А Лена всегда выручает. Она на нескольких бот-парадах была, промокала там насквозь, чуть с лодки не улетала. Но просто сверхстойкий человек. Сейчас мы ее будем облачать в непромокайку. И выдвигаемся. Самый раз. Это он тут за меня. Я в него как. Но все равно можно не очень заметно. Прелестно. Ну вот просто вот прям как это. Как под тебя сделать. Ну вот, выдвинулись. Идем. Тебе снится крейсер «Аврора», час, когда утро встает над тьмой. Он жрет мне двигатель, убрите его. На заказ сделали, да. Первый идет дракон. И куда туда так? Решил провести рекогносцировку в стартовой зоне марафона. Готовится тайм-триаловский покрафтик. Он же не промокает. Идеально, поэтому если кто-то вывернулся или даже что-то, наверное, можно все-таки в первую очередь остановиться, помочь, а после этого, если кто-то не вывернулся, можно заткнуться. Спасибо вам большое. У нас спасать человека не надо. То есть кто ближе находится, протягивает весло, рукоятку, подтягиваем человека к борту. Ниже упершись коленями о борт рамки и залямки жилета. В речку ничего не мусорим, не кидаем. Одно лишнее. Варвар в самой симпатичной расцветке, которую я когда-либо видел. Так и есть. Больше не. Зато рафтов тайм-триаловских вон целый вагон. Вон. Я вас очень много смотрю на канале. Спасибо вам большое. Ваш продукт очень интересный, необычный. Расскажите мне про спас-жилет. Вот, как это ДНСЖ-шка. Как он в работе? И отлично. Как, удобно ли с ним? Вот этому жилету, это прототип, ему уже, наверное, лет 5. Его в хвост и гриву великолепный жилет. Для того, чтобы он соответствовал спас-жилету, вот надо вот эти вот полосочки. Теперь они в серийных уже идут, и поэтому уже этот спасик по УП-100, он по стандарту УП-100, он сертифицирован. А эти мне пришлось самому нашить. Вот теперь он у меня точно УП-100, но единственный цвет не совпадает. Спасибо. Цвет оранжевый должен быть. В общем, в зоне старта царит радость и веселье, а мне надо идти к моему дракончику. Ну что, готовность номер один. Буквально через пару минут уже будет старт. И вот оттуда пойдут марафонцы. Там очень много рафтов тайм-триаловских. Есть байдарки и покрафты тайм-триаловские. Потом посмотрим, какой будет у них финальный результат. А вот и старт. Вижу уже первых участников. Идут на байдарках, идут быстро.
Так, те, кто... Те, кто не могут держаться на воде, ко мне в лодку перелезайте. Все, все нормально, нормально. Так. Вон девочку у нас еще надо забрать. Не-не-не, мы держим. Все, держите. Морковку держите? Нормально? Нормально. Да. Лодку ногами держать надо. Держу. Лодку, привяжите морковку к ней. Кто может, привяжите к ней морковку шнуром как следует. Так. Лодку надо держать. Давайте. Лен, держу, держу. Еще веревка. Вот идет спасение утопающих. Нет, да я залезу. Так. Что надо делать? Что надо делать? Ну, держать лодку, чтобы не утонуло. Это раз. Женщин на борт ко мне. Так, не запутайтесь в веревке. Так, руку мне сюда. Народ, тоже принимайте на борт. Лодка. Лодка привязана. Лодка. Лодка привязана. Олеся, да? Сейчас так и отольете. Давай ведра, доставай, 5 штук там. Опа, разыпай, доставай. На. Раскрой и отчерпывай. Поможет мне? Так, ну я то выльется. Да лучше вы вылезете, вы создаете нагрузку. Еще пару человек вылезет, один остается в лодке и вычерпывает. И нормально. Хорошо, что я вот вчера как раз услышала, что будут обалдавливать, если все хорошо. Что случилось? Ну, ведро. Серёж, я вашу стабилизирую просто. Давай, ведро спялось-то. Да, сюда положить. А как вас потом найти? Посмотрите, вот что. Кто дальше идет? Берите, вот вам мини-гермы. Туда кладите все свои телефоны, кошелечки, упихивайте их. Дальше продолжим. Продолжим, да. Конечно. Ну, конечно. Да. Все на берег, обратно в дракон и поехали. А, понятно. Стойкие, значит. Стоп, не торопитесь, не торопимся. Один держит. Тут ныряющих не надо. Не надо здесь. Сейчас борт притягиваем. Держимся, все. Так. Так, не-не-не-не-не, притягиваем сначала. Сначала притягиваем, потом уже прыгаем. Так, теперь весла. Пересчитываем весла. Уф, спасательная операция закончена. Идем дальше. Забавно. Тайм-триаловский покрафт и сзади тайм-триаловские рафты такие. Прижимаемся к левому берегу!
километров этак 68 прошли. Спасателям, говорят, тоже медали выдают. Вот. Ай, благодарю. Вот, а спасательница? Спасательница дадим. Ну, приятного нам аппетита! Тут уже идут финишные мероприятия, а мы пойдем еще немножко подежурим на повороте. Так, где тут спасенный? Синий мы спасали или какой? А, вот он, третий. Ага. Вот он, спасенный наш. Возвращаемся. Петровский грибной марафон – отличное мероприятие, но в этом году я был на спасательной лодке, на драконе, и даже немножко поспасал, а сейчас поедем отвозить все это добро на производство. С вами был Андрей Санар, всем пока!